Добрый день всем, кто в зале сегодня, и гостям, и друзьям, рады мы. Так начнем наш праздник новогодний, самый сказочный праздник зимы. Хорошо, что ты попал.
стало сердце, я помогу. Все теперь будет хорошо, Эльза. Она забудет про твою магию. Магия твоя растет. Немного красоты и много опасности. Страх твой главный враг. Учись управлять своей магией. Знаю, что делать. Мы защитим тебя от всех. А ты терпи. Никому не рассказывай про свой дар. И даже Анна ни о чем не знает. Терпи, от всех укрой свой дар. Скоро Новый год, а елочка заморожена. Это я виновата, что разозлила тебя, Эльза. Я ничего не вижу. Все слуги Снежной королевы. Ребята, посмотрите на Снежную королеву. Скорее, закрывайте глаза. Дети злые, если честно, с вами мне неинтересно. Ухожу я к королеве, там уж будет явный день. Всем пока, гудбай, друзья, и отстаньте от меня. Ближе, и ближе, сейчас весни по небо, а стань.
Отличная идея, друзья. Нужно Эльзу, а чар снежная королева, освободить. А ты знаешь, где живет снежная королева? Конечно, знаю. Нужно пересечь море, охраняемое злыми пиратами, пройти через владение злой ведьмы и идти далеко на север. Сделать это под силу только тем, кто верит в дружбу и чудеса. А вы верите в чудеса? Ну тогда у нас все получится, ведь добро всегда побеждает зло. Будь друзья! Пошли, большой!
наши носы, покажу вам дорогу. Пошли, Олаф. Олаф, да Олаф, ничего не боюсь. Чего он обзывается? Олаф, ты идешь? Иду, иду. Thank you.
тебя браслетик красивый, да, поносите? Да, конечно, вот держи. Ой, спасибо. А теперь... селфи! Хочешь быть моим хвостом?